Итак, алло, алло, всем привет. Начинаем прохождение Last of Us, он же одни из нас. Я ее как-то проходил давненько, где-то примерно лет 5 назад, уже смутно помню, о чем история. Проходить будем обе части подряд. Сначала, естественно, начнем с первой. С первой части. Ну, стандартный режим сложности, ничего такого особенного. Первой части, скажем так, обновим память, посмотрим, про что же там замес. Вот. Ну, все, поехали. Подписывайтесь на канал. Ссылка в описании. Нажимайте на колокольчик. Поехали. Так, одни из нас, оставшиеся позади, но это дополнение. Сетевая, это понятно. Загружаем материалы ни о чем. Одни из нас. Новая игра. Нормальный. Так, сохранение тут всячески. Если я не ошибаюсь, по-моему, вот типа вот это сделано что-то вроде пыльцы, через которые люди заражаются там, ну, вроде как. Но опять же, это если я не ошибаюсь. Игра прикольная, как бы, но сюжетик такой среднячок. Ожидаемо, скажем так, все. Это вот дочка Джоэла. Томми, Томми, послушай, он подрядчик. Подрядчик, ясно? Мне нужна эта работа. Понимаю. Ладно, поговорим об этом утром. Поговорим утром. Ага. Да, пока. Эй. Новым зрителям привет. На работе достали, да? Чего не спишь? Уже поздно. Ой, сколько времени? Тебе давно спать пора. Но еще не полночь. Солнышко, не надо. У меня нет сил пререкаться. Вот. Что это? С днем рождения. Чесотка. У тебя ведь часы сломались. Ну, вот я решила. Нравится? Нравится? Что? Очень, но. Слушай, они же не идут. Что? Нет. О-хо-хо-хо. Дочь, откуда у тебя деньги? Дурь. Я приторговывала дурью. Отлично. Поможешь выплатить кредит. Было прикольно, если бы на самом деле, да. Девка мелкая ходит по школе, барыжит. Музло заглавное. Кстати. Блин. Надо музыку убрать. А то могут предъявить за эти, за права. Что такое? Спи, котенок. Надо попробовать потом в настройках поковыряться. Так. Параметры. Звук, громкость, музыка. Музыка, конечно, прикольная, но из-за YouTube придется убрать. Так, попробуем. Так. Просыпается ночью. Алло? Сара, мне нужно поговорить с твоим папой. Дядя Томми, сколько времени? Позови папу, скорей, тут... Дядя Томми? Алло?
Алло, блядь. Так, начинаем. В чем там дело? Ну, тут ничего полезного, если я правильно помню. Вот елки. Забыла отдать открытку. Congratulations. Поздравляем. Открыточки какие-то. Тут, естественно, в доме пока ничего полезного не будет. Папочка? Можно зайти. По-моему, да, надо будет все равно заходить в какие-то определенные вещи, чтобы скрипт сработал. Газета. Что-то про госпиталь. В английском, к сожалению, я не шарю. Так, некоторые слова там, допустим, обрывками могу что-то переводить. Так, она вот заходит. Ты здесь? Ну, где ты ходишь? Есть сообщение, что у пораженных инфекций отмечаются вспышки агрессии и... Да, типа важная информация. Рядом. Что-то происходит. Бум. Что это было? Опять бум. Хана. Я так понимаю, репортаж там где-то велся. Где за столом, о, за окном грохнуло. Папа! Да что происходит? Пиздец всему человечеству происходит. Гитара прикольная. Так, да, труба. Восемь звонков. Где тебя носит? Томми. Звони мне. Это дядя Томми. Ну, ей дядя, а его брат, получается, Джоэл. Кстати, ничего не говорится про мамашу, по-моему, в игре. Может, потом, конечно, где-то будет упомянуто. Я вот что-то не припомню. Где он? Что там? Я ушел, I'm going to be home. А, я буду дома позже. Найди какую-нибудь еду. Увидимся утром. Батька. Пепс. Любители они, блядь, стеклянных дверей, конечно. Наконец-то. Сара, ты цела? Да. Никто не приходил? Нет, а кто мог прийти? Не подходи к дверям. Стой, где стоишь. Папа, ты меня пугаешь. Что случилось? Это Куперсы. С ними что-то не так. Сраные Куперсы. Больные. Чем больные? Боже. Папа! Детка, сюда, скорее! Зараженочка. Ты слышишь, что я тебе говорю? Не жалею! Ты выстрелил. Сара, послушай, творится что-то страшное. Ты меня слышишь? Да. Томми, давай скорее. Ты можешь объяснить, что тут происходит? Вот дядя. Есть идея. Охренеть. Залезай. Ты же весь в крови. Она не моя, мы просто уезжаем. Говорят, половина города с ума подкатила. Может, мы поедем? Так, L2. Можешь сказать, что случилось? Потом. Это приблизить, да? Эй, Сара. Пока просто смотрим, и вникаем в историю. Хорошо. Хуй вам от происходящего. Ты включишь радио? Само собой. Спасибо. Да, вот буквально за 10 минут лор погружает, как бы, и все объяснимо. Молодцы сценаристы, постарались насчет этого дела. Сказали, армия перекрывает шоссе. Вокруг Трэвис нет въезда. Надо валить отсюда.
71. Ну, я так и собираюсь. А сколько умерло? Думаю, много. Нашли одну семью, их растерзали прямо в доме. Да. Прости. Типа девку-то не пугай. Господи, что же это такое? Ой, Господи Иисусе. Но не только наш город. Сначала сказали только на юге. Теперь уже и восточное побережье, и западное. Просто... Это ферма Луиса. Надеюсь, пиздец, ферма. Уверен, что да. А мы больны? Нет, конечно. Ты уверен? Говорят, это что-то со здешним. Мы в порядке. Разве Джимми не здешний? Да, и он тоже. Просто знаю и все. Ладно. Давай остановимся. Ты что это делаешь? Езжай давай. С нами ребенок, Джоэл. С нами тоже. Здесь хватит места. Не смей тормозить, Томми. Стойте! Если бы ты видел, что видел я, еще найдется кому помочь. Мы могли помочь. Не знаю, я бы тоже подобрал, наверное. Хотя тоже риск. Вдруг они зараженные. Плохо дело. Да, пробка-то заебись. Бросайте тачку. Можно просто сдать назад. Ну? Ё-моё. Господи. Томми. Томми! Твою мать! Кстати, причем потом таких вот зараженных конкретно не будет. Нет. Ребята, с дороги. Откуда они бегут? Выбирайся отсюда. Пытаюсь. О, нет. Не останавливайся, Томми. Не могу же я их задавить. Делай что-нибудь. Кстати, тоже люди. Туда, вот туда. Держитесь. Давай. Батя. А он там трепает уже чувака во все. Назад, детка. Отойди. Я в порядке. Так. Так он точно мимо в висок долбанул. Что такое? Нога болит. Сильно? Сильно. Придется убегать. Мать. Томми, прикрой нас. Давай, детка. Держись крепче. Все, побежали. Девочка. Закрывай глаза, не смотри на этот пиздец. Бух. Сара, не смотри. Ну, дайте пройти-то немножко хотя. Хаос, истерия. Так, а, да, в переулок. Ну. Пока вроде все вспоминаю, как было дело. Ну, давай. Плюх. Он мертв. Почти пришли. Господи, почти пришли, малыш. Не прорвались. Да пока нет еще. Найди выход. Пошли.
Ай, я не забрался немножко. Блядь. Бежим, да. Небольшой затык тут произошел. Я на лестницу вот сюда в угол встал. Меня сцапали. Беги к шоссе! Что? Беги, спасай Сару! Я догоню! Ждем тебя там! Живо! Вниз, да, по-моему, сюда. Пошли, пришли. Да. Надо съебывать. Они сзади бегут, да? Да. Блять, опять загнал. Быстрее он что-то не бежит. Да? Нет, не бежит, он быстрее. Но центр стика тоже не помогает. Вот второй. Здрасте. Все. Не бойся, мы пришли. Пришли. Эй, нам нужна Стой! Помощь. Моя дочь сломала ногу. Не с места! Ладно. Слушайте, мы не больны. На внешнем периметре двое гражданских. Указание? Папа, как же дядя Томми? Отнесу тебя и вернусь за ним, хорошо? Сэр, но тут ребенок. Но... Приказ есть приказ? Есть. Да послушайте, мы еле дошли. Мы просто... Черт. Вот это, конечно, немножко странно. Он как-то очереди стрелял. Не надо. Бух. Сара. Сара. Так, убери руки. Ничего, ничего. Боже. Потерпи, милая, потерпи. Все будет хорошо. Посмотри на меня. Так, иди-ка сюда. Потерпи, потерпи. Держись, милая, держись. Я знаю, детка, я знаю. Сара. Все, пиздец, девочка. Дочка. Не бросай меня. Пожалуйста, не бросай меня. Сара. Господи. Прошу тебя, не умирай. Прошу тебя, не бросай меня. Дочка. Вот такое трагичное начало. Официальное число жертв превысило 200 человек. В штате введено чрезвычайное положение. На улицах лежали сотни и сотни тел. Паника среди населения вызвана данными Всемирной организации здравоохранения о неудачном испытании вакцины. Бюрократы лишились власти, и теперь мы сумеем защитить. С сегодняшнего дня в Лос-Анджелесе также введено военное положение. Все граждане должны прибыть в указанные им карантинные зоны. Голодные бунты, связанные с нехваткой продовольствия, продолжаются, не ослабевая, уже 3 дня. Ответственность за оба теракта взяла группа, именующая себя ЦК. Они призывают к восстановлению всех властных структур. Демонстрации протеста начались в ответ на казнь 6 приверженцев ЦК. Ну, а то какой-то замес с цыканами будет. Вместе с нами, оказавшись в полной тишине, слушайте. Что-то они там... Доверие ну, как повстанцы, сопротивление, не знаю. Ну, тут этих цикад надо будет, конечно, горы перевалить. Больше, чем зомби. В принципе, игра-то как раз... Summer. Лето. Двадцать лет. Спустя. 20 лет, охереть. Одну минуту. Доброе утро. Будешь? Нет, я не буду.
Я тут кое-что разузнала. Где ты была, Тесс? В Вест-Энде. У нас же там клиент. Да. У нас там клиент. Ты же хотел, чтобы от тебя отстали? Дай-ка угадаю. Сделка сорвалась, клиент смылся с товаром, правильно? Сделка прошла как надо. Карточек нам хватит на пару месяцев. А что с лицом? Это уже на обратном пути. Я нарвалась на двух каких-то козлов. Пропустила пару ударов. Но отбилась. Дай интересно, сюда. Чем? Эти козлы еще живы? Шутишь. Хоть выяснила, кто они? Да так, парочку уродов, но это не важно. Важно, что послал их никто иной, как Роберт. Наш Роберт? Он знает, что мы его ищем. И он хочет успеть первым. Умный мерзавец. Только я умнее. Я знаю, где он. Что? Да брось ты. Старый склад в зоне 5. По крайней мере, сейчас он там. Ну так пошли. Идем? Еще как идем. Пошли. За 20 лет я могу сказать, у них там целые маленькие городишки появились. Надо спешить. Ну-ка. Хотя нет, наверное, это все-таки начало игры. Я не думаю, что тут что-то такое будет полезное из лута там. Ну, придется все, конечно, лутать, как обычно. Крафтить и лутать. Значит, ни хрена не останется. На халяву тут патронов никто не даст. Внимание. Бежать не могу, хреново. Ну. Смотри, а поёк-то до сих пор не раздают. Видать, снова не хватает. Теперь можно бегать. Ну, тут все в игре в меру как бы сделано. Сдохните, ебаные свиньи. Да их зараженные они вроде. Да? Чисто. Ёбнут. Смотри прямо. Ладно, держим. А, вкололи чё-то. Хлоп. Такие законы, чё. Похоже, заражённых всё больше. Значит, больше людей бежит отсюда. Тут как бы в игре всё в меру, именно потому что... Весь сюжет как бы подается по чуть-чуть, как бы, но и достаточно, не размазывает его без перебора. Это камень в огород да изгон. Какие-то сюжетные там события, вот сейчас чуваков, допустим, я мог бы это не смотреть, но все равно это сделали так, что будет интересно. Двигаться будем. Отклоните и нажмите X. Ага. Перейти на бег, удерживайте L1. Немножко другое управление. Обычно бег просто... Я привык то, что на стик нажимаешь по центру и все. Он заходит.
Вот тебе и легкий путь. Останови уже, Кров. Аптечка. Передайте свои раны с помощью аптечки. Перевязка требует времени, поэтому используйте аптечку в безопасном месте. Выберите аптечку с помощью вверх. Для лечения удерживайте R2. Нажмите и продолжите. Вверх, R2. Да, это время занимает. По-моему, потом как-то надо будет это прокачивать. Нужно обойти снаружи. Чтобы он быстрее перематывался. За стеной? Ну, или можем отпустить Роберта. Смешно. Сейчас бежать никак. Тесс, ты это видела? Я была там. Как там восточный тоннель? Нормально. Только что оттуда. Патрулей нет. А вы-то куда? В гости к Роберту. Вы тоже? А кто еще его ищет? Марлин. Она пыталась его найти. Марлин? А зачем с Икадом Роберт? Она мне не докладывала. А что ты ей сказал? Правду? Я не знаю где. Молодец. Не высовывайся, ладно? Увидимся. Ага, до встречи. А ничего, что там цикады нападают, штурмуют ваш лагерь. Марлин ищет Роберта? С чего вдруг? Не нравится мне это. Надо найти его раньше цикад. Что за... Это мы? Дель. Привет, как дела? Местный барыга? Я слышал, небось. Тут как, все нормально? Все тихо. Ни солдат, ни зараженных. Вот это мне нравится. Че, двигаем? Джоэл, помоги. Там такой кусок здоровенный под комодом, над комодом торчал. А ну-ка, спокойно. Как будто проверка типа не заметит. Я думаю, наверняка там домики-то шмаляют. Так, вот теперь начинаем вроде как все собирать. Снаряды. Тут ни хрена нету, да? Шли дальше. А, бегать наконец-то можно. Так, это чё? Это не берется. Так, пистолет. Патронов мало. Ну, как обычно. Стандартный расклад. Угу. На перезарядке нажмите R2. Ну, ковбой, подсади меня. Ковбой. Давай. Готов. Руку. Не вижу, что. Взаимодействие-то есть какое? А, просто на X. Бля, чем мешает зараженным просто сломать эту дверь сраную? Ну, ясное дело. И поебаться туда вниз, и вопрос пройти по коридору там. Раздолбать тот же самый этот комод, не знаю, мужика там. Ну как-то это все такое себе. Так. Есть тут что вообще? Эй-эй. Ни хрена тут нет. Чё он еле ходит? Ну это понятно. Тут тоже ничего. Так, фонарик R3. Присесть как круг.
А, можно бежать, то нельзя. Это неопределенность. Так, что? Здесь тоже ничего. Ну и там наверняка. Ладно. Эй, опять в кустах застрял. Где лестница? Должна быть где-то здесь. Ой, я помню то, что тут до хера очень лестниц надо искать, таскать их. Интересно, что там во второй части. Прямо эй, вот. Посмотри, да я понял. Вот три-то подсказка. Угу. Есть. Супер, тащи. Прям интересно, что будет во второй части. Насколько они сильно изменили механику. Поэтому попробую побыстрее это дело все пройти. Да, мы вперед. Но дополнение тоже проходить дамы. Буду. Потому что дополнение вроде как связано со второй частью. Там у Элли подружка какая-то, темнокожая. Афротелка. Вот. И они там вроде как это замес какой-то в них там с этой дружбой во второй части, насколько я видел. Ну я, естественно, старался себе спойлеров не допускать. Пустой ящик. Тут что? Детали для улучшения оружия. Окей. Вот поэтому без спойлеров, короче. Истории не знаю. Насчет чего замес не знаю. Знаю то, что там много какой-то ЛГБТшной дичи. Медальон Сакада. Дэвид Майкл. Не знаю, может, для чего-то он нужен. Теперь вниз. Вот, может, что есть? Нет, конечно. По-моему, тут прямо жестко лутом еще жаловать не буду. Надеюсь. Ради его же блага. Если вернем товар, быть его будет несложно. Кстати, а когда следующая партия? Обещает таблетки. Да, он с пустыми руками не приходит. Будет чем заняться. Стой, споры. Товар. Такое ощущение, как будто они грибами барыжат. Так. Ну понятно, L2, R2 стрелять. Откуда они? В прошлый раз. R1 бежать, да. Ну, взялись откуда-то. Ну, запомнить просто какое-нибудь управление. Я думаю, даже во второй части все-таки будет что-то подобное. Так, жмурик. А вот и виновник. Свежий. С которого споры. То он типа споры такие распространяет, что ли? Сожгите его, я не знаю. Здесь должны пролезть. Давай. Ты цел? Да. Да, прежде тут чем дергать, лучше сюда. Бы осмотрелся. Осторожно. Сюда. Живой? Ну достаньте его, чё. Маска сломалась. Не хочу превращаться. Сорян, чувак, это выживач. Ты что задумал? Чё, стреляем его в башку? Интересно, это обязательно делать, или он как бы, ну, можно ему выжить, да, ну, оставить его, короче, пусть сам подыхает. Так, тут у нас что?
чтобы добить. Кстати, этот мужик-то он маску просит. Он не ожидает, по-моему, что вот типа. Давай, брось, командир. Так, ну тут ни хрена нету, естественно. Бля, если он сейчас орать начнет. Чтобы Джилл прислушался, нажмите и удерживайте R1. Угу. Зараженные. Сначала стелса, короче. Так, один готов. Брать с него нечего. Так, вот тут, по-моему, надо будет их обходить. Так, тогда, короче, аккуратненько обходим. Да? Пусть ребята кушают. Блять. Так, баба. Ну, хоть не покоцали. Патроны пока побережем. Нахер надо сейчас, пока вроде ничего такого серьезного нет. В смысле, в город мы только начали. Бери. Или мы типа поднимемся на поверхность. Так, еще 3 патрона. Так. Все-таки чувака придется валить, подожди. А, он, наверное, уже путь. Так, тут еще что-то. Надо прям каждую вот эту всякую хуйню подбирать. Записка брат. Читать. Привет, братишка, у нас почти получилось, но увы, сейчас я сижу снаружи и знаю, что уже никогда не попаду в зону. Пока мы ждали контрабандиста, пришел армейский патруль. В панике мы попрятались в заброшенном доме и не заметили, что там были споры. Теперь мы все заражены. У нас осталось несколько часов. Максимум день. Надеюсь, контрабандист все-таки придет. Я передам тебе эту записку. Надо было послушаться тебя и пойти в зону. Пока еще был шанс. Теперь уже поздно. Все, да? Зараженные пытаются проникнуть в зону. Об этом только и говорят. Просто эти бедняги снаружи хотят жить в безопасности. Ну, если зоны они считают свой лагерь, то туда, по-моему, не так-то. Ну, в смысле, довольно-таки просто туда пробраться, потому что цикады тут, я смотрю, пролезли. Выключить фонарь. Не помню, тут батарейки для фонаря нужны или нет. Вот за что я люблю природу. Потому что город воняет. Ну так закажи биоосвежители воздуха. Сам знаешь, они у него просроченные. Так. Тут наверняка ни хера нет. Тут тоже, да, ничего? Окей. Помоги, даме-то. Сюда. Какие-то лазечки у них тут некие. Так, дальше.
ничего, тут ничего. Не успел прочитать. Наверное, то, что залезать на преграды. О, опять начинаем доски таскать. Будь другом, а? Сейчас. Торопись. Так, тут ничего. Ничего, пусто. Давай. Ну-ка, передай мне. Тут довольно-таки высоко. Как он заберется? Она тяжелая. Справлюсь. Ладно. А, он через дырку это может пролезть так-то. Да? Может же. Ну, через нее родимы. Вставай, хватит ползать. Все, залезай и пошли. Раскомандовалась. Кстати, получается, что по сюжету ему где-то лет 50, потому что, ну, когда дочке было... Птичка, нет места. Когда дочке было его лет... сколько, ну примерно на скидку 12, ему уже тогда, ну, по возрасту примерно было 15, вот тут ему по возрасту было лет 30 уже, соответственно, прошло 20 лет, значит, ему сейчас, ну, примерно 50. Хорошо сохранился, я могу сказать, судя по тому, как он тут боевик целый строит. Дяденька еще ого-го. Так, тут ничего нету случайно. Приходится, конечно, не хотелось бы, но приходится каждый уголок осматривать, потому что патроны, либо какие-то улучшения оружия, все пригодится. Потому что, если я правильно помню, там до хрена будет перестрелок, и народу придется пачками валить. Если лутать перестать, тоже, ну, потом по стелсу, конечно, тоже прикольно, но всех прямо не это, не по стелсу не пройти, особенно когда тебя спалили. Ну, опять же, вот, да, будем проходить вторую часть, ну, будем, как говорится, посмотреть, не солдат, не как там с лутом, как там с патронами. Ну, я думаю, то, что они не откажутся от этой механики. Похоже, он нас ждет. Ну, тем интереснее. Ну чё, блядь, долго ждать-то? Ну что, пошли. Эй, красотка, как делишки? Говорят, есть товар. Дай заплачу вот-вот-вот. Сейчас зубы ёбну. Это моя тёлка. Понял. Потерплю. Потерплю. Молодые люди. Джентльмены. Так, ну тут ничего такого. Сейчас просто по лагерю вести будет. Мы же к барыге идем, правильно я понимаю? Тесс, давно не виделись. Ты к нам не заходишь. Бои. Петушиные бои. А тёлка тут рулевая, что ли? Старый знакомый, не спрашивай. Куда топаем-то? Я ищу Роберта. Он тут был? Да, недавно. Он на верфи. Туда пошел. Черный все знает.
Много цикад. Райс. Сюда, да? Началось. Первая перестрелка, да? Угу. Пропустите. Вы, ребята, давай вспомним, как тут стрелять-то хоть. У нас не с вами разборки. Нам нужен Роберт. Даже не вздумайте. Развернитесь и валите, мать вашу. Я без Роберта с места не сдвинусь. Сука! Я тебе все мозги вышибу, но задницу ты отсюда уберешь. Злой ниггер. Пригнитесь! Так. Готов? Я тебя убью, нахуй! Я прикрою. Да. Займись ими. Все. Так, они отмечаются. Обойти, наверное, смысла нет. Хотя. Как они, блядь, валятся долго. Три патрона. Постанчу и башку этой дамочки не выстрел. Так, насчет стрельбы блядь. R2. А, удерживать. Ты тоже. Пока не могу привыкнуть к управлению, конечно. С пострелушками, короче, надо будет это... подрочиться. Пока все не очень хорошо. Ну ничего, привыкну. Вот, кстати, первая игра, которую я прошел вообще в целом на четвертую плойку. Именно на ней я научился на геймпаде стрелять. Было сложно. Но зато в шутеры попроще стало играть. Дай руку. А сейчас вообще на клавиатуру мыши не лобать не могу. Ну как бы могу, но разучился. Тут ничего нет? Окей. Так, ну типа надо какие-то патроны искать, я не знаю, что-то еще. А то сейчас ближайшая заваруха, а патронов нет. Присаживаемся. Давай. Снова люди Роберта. Да, откуда вижу? Шикарно, чё. Суп даю, она с Джоэлом вот-вот придет сюда за Робертом. Охренеть. Зря мы взялись за эту работу. Теперь-то что? Надо рассредоточиться и не дать... Здесь раскрыто, вы можете убивать врагов без расхода боеприпасов. Да вот именно так и надо. А там типа по стелсу я не мог мочить их. Обыскивать потом мне дадут. Подожди, надо же этого еще заебашить. Иди сюда. Захватить. А как его замочить-то? Патроны. О, он спалили. Курки там какие-нибудь. Тебе конец. Что за кулачные бои-то нахрена? Я думал по стелсу как-нибудь. И так сейчас тоже можно. По стелсу надо их валить там, я не знаю. Ну, чтобы все было шикарно. Так, тут два прохода. Ну, пошли в первый. А вон тут еще будут люди.
Это баночка. Что это? Печка. Годится. Бля, он гуськом тут перемещается. Так прикинь, короче, не знаю, хотя бы метров 50 пройти гуськом. Потом встать просто не получится. Ноги затекут. Так, фонарик. Пока не очень привык к управлению, но ничего. Это дело времени. Примерно же все равно во всех играх управление более-менее приблизительно к одинаковому. Мало патронов, менять стратегию внимания. Бутылки швырять. Хорошо. Мало патронов, меняйте стратегию. Логично, блядь. Тут у нас на полках ничего нет. Но стрелять, я думаю, в них тоже как-то не камильфо. Попробуем так чем-нибудь пошуметь. Повалить, может быть, они, кстати, перемещаются, надо посмотреть. Так, два чувака тут. Третий же был. Где он? Он, по-моему, наверх ушел. Тут тоже ничего. Так, ну если я в наглую к ним подойду и завалю. Будет, наверное, не вариант. Расходитесь. А, бутылка снова появилась. Это специально для чайников в виде меня. Ну, возьми. Блять. Теперь уже... Как оружие-то поменять? Эй! Капец. Еще тёлки, еще одна ссадина набьют. Где тут турок? А вот он где-то. Сейчас остальные, да, двигаются? Ну, конечно. Блин. Пока зарядится, а? Вообще кирдык. Чё ж такое-то? Ну, естественно, патронов нет. Давай мочи. Мочи будем по стелсу идти. Нахрен мне по... Он сам в него выстрелил? Есть тут еще кто? Убейте меня. На, я же слышу, кто-то есть. Надо по-тихому их валить. Смотри. Спасибо. Че, смотри. Куда смотри-то? Давай, ставим. Будем ходить в нагло. Че, никто завалить меня не хочет? Че-то ни стелс не получается, ни стрельба. Плохо. Вверх или вниз?
по-моему, предметы, которые можно подобрать, так, ну, как бы, подсвечиваются. Не надо там, типа, мегазрение. Так, ножом можно убивать врагов в режиме скрытности. Действие быстрее и тише, чем при удушении. Чтобы зарезать врага, подкрадитесь к нему сзади, проведите захват. Та-та-та-та-та, ну понятно, короче. Подошел, воткнул, ушел. Нет, не так. Хорошо, что ты тут. Причем они сразу же меня спалили. Прикольно, стул крутанул. А, не знаю даже. Ладно, давай аптечку используем. Нужно было взять больше людей. Лишняя морока. Да, ты прав. Чтоб побольше нашуметь. Пошли, пристань вон там. Разберемся с ним. Аптечка. Сколько штук, интересно, я могу за раз нести аптечек? Так, погоди-ка. Сейчас здесь посмотрим, что есть. Ну, естественно, ни хера тут нет. Ладно. Давай. Кстати, чуваки, они это цикады или нет? Так, ну давай попробуем вот отсюда. Давайте по-тихому. Их тут полно. Давайте по-тихому. Я не против. Так, стекло или что-то вот. Огрызок какой-то у меня, значит, один. Тут поблизости у нас никого нет. Тут тоже никого. Что мешает просто ему в шею воткнуть, допустим, осколок от, ну, стекла, вытащить его обратно, использовать еще раз там. О. А куда они все рассосались-то? Тут же было и дохера. Вот еще один вижу. Так, а он перекатывался там. Это что такое? Болтал! Перекатывался он-то умеет вообще? Ну, в смысле, с препятствия на препятствие, там, не знаю. Давай-ка потихо. Сейчас он вернется, его запыряем. Ну, так. Готов. Впечатляет. Патроны. Лечь.
Все, спалился, блядь. Причем вот дальних врагов не помечает. Кстати, вот я не помню, искусственный интеллект, как он действует тут. Типа они будут постоянно меня искать там, я не знаю. Обходи! Двоих расписали, чувака. Ну давай, тут шума уже достаточно понаделали. Баба воюет, блядь. Тихо. Так, палка. Ее, по-моему, тоже можно как-то использовать. Тут у нас ничего. Пострелушки какие-то. Идем. Это сволочь. Что-то я прислушиваюсь, их не слышно. Вот они, суки. Патронов у него нет. О, какой. Что-то мы тут дергались друг с другом. Политики. Давай, бинтуйся, чё уж теперь. Никто и ударить не решался. Так, ну кирпич. Я знаю. Они пока. И так все хреново. Так, пробежаться. Что тут у нас? Может, что-то есть полезное? Патроны, допустим. Палка. Бери палку. Рукопашку тут тоже, походу, придется лупиться. Не всегда патронами будут награждать. Так, тут у нас ничего. Сколько осколков, интересно, стекла я могу нести с собой? Потому что душит он их довольно-таки долго. Вот осколки они умирают побыстрее, ну, типа меньше вероятности то, что тебя спалят. Насколько, ну, точнее, насколько я сейчас заметил, если они тебя хотя бы раз спалили, то уже все как бы. В тупую, как Days Gone, они уже так не будут там забывать про тебя, то что ты только что чувака убил, спрятался в кусты, они такие: «О, где он? Что?» Что случилось? Пошли. Тут, по-моему, гораздо посложнее будет. Так, чувак этот спрятался где-то в офисе. В офисе. А ну назад! Мы хотим поговорить! Идите нахер с такими разговорами! Убери пушку! Нахер пошли! Удирает! Так, бежим за ним, да? Роберт! Сюда! Бля, забыл, куда. Угу. Куда он побежал? Блять, не туда. Привет, Роберт. Двигался. Джоэл. Мы ведь без обид. Ну что ты? Что-то она его в зубы как ёбнет. Мать твою! Мы скучали. Слушай, что бы там про меня не наговорили, фигня. Я все объясню. Пушки. С
скажи нам, где пушки? Да. Да, да. Тут есть проблема. Стойте, послушайте меня. Я просто... Да просто пристрастие. Хорош орать. Говори. Ломайте пальцы. Я продал их. Не поняла. Мне нужны были деньги, долг платить. А как же мы? Нам ты разве не должен? Дайте мне время. Хоть неделю. Знаешь, я бы подумала, не попытайся ты меня убить. Да ладно, у кого пушки? Не могу. Дайте пару дней. Где наши пушки? Они у цикад. Я продал их цикадам. Что? Эй. What the fuck? Их почти не осталось. Мы можем просто пойти и добить их. И пушки. Ну, конечно. Что скажете? Цикад там не осталось. Перебьем этих лохов. Нам расплюнуть. Это плохая идея. Тарантино где-то такая тоже сцена была, ну, по-моему. Прямо вот камера так стояла тоже. Не знаю, мы объясним. Осталось только на них выйти. Это будет несложно. Ты кто? Ну вот, сама королева. Зачем вы здесь? По делу. Паршиво выглядишь. Где Роберт? Уснул. Он был нужен живым. Пушки, что он продал. Они были не его. Отдай их. Так не делается. Да что ты. Я заплатила. Здорово тебе. Забрать, поработать. Что в Last of Us происходит? Ну вот этого мужика. Ёбнули дочь во время пандемии, заражёнка всякая. Нужны мастера контрабанды. Поможете? Прошло 20 лет. Пушки, даже больше. Бабок это к нему пришла. Говорит, пушками к бороге. Слыхал, военные вас сильно потрепали. Да, ты прав. Я покажу товар. Мне пора. Решайте. Нам нужны эти пушки. За мной. Нужно уходить. Быстро. Бля, можешь полутать пока что-нибудь? Пошли. Есть-то что, нет? Да нет ничего. Походу нет. А нет, смотри-ка. Чик-чик. Ножницы какая-то, еще штука. Все полезно, все для крафта. Сюда. Вот это что за нигерша? Я знаю, где ты, кто, быть? Снежок? Пошли. Это тем почти самое начало. Еще этой Элли, его главной спутницы, девочки, еще не появилась. У которой он дочку свою умершую видит. Которая во второй части будет лесбиянкой. Но это дело мы потом, после прохождения этой части, увидим. Насколько там лесбийских сцен до хрена. По-моему, там еще что-то за какого-то трансвестита, что-то. Бать, почему такое? Сейчас? Мы сидели тихо, собирались уйти из города, но им нужен козел отпущения. Они хотели нас провоцировать. У них получилось. Мы пытаемся защищаться. Куда идем-то? Так. Ничего полезного.
Джоэл, помоги мне. Да, на асфальт. Последний. Что-то собирает тут. Какие-то побрякушки. Все валит. Ну, что стоит? А. Кстати, баба только что за бок держалась, а тут уже бегает во все. Нелогично. Тут все пусто. Обитель зла пройдена. На канале смотри, вчера закончил. Я думал, она чуть подлиннее будет. Тихо, куда ты, блядь? Я перезарядиться хотел. А что, он сидя не перезаряжается, что ли? Да, все полностью, финальные титры там. Ну, последнее видео у меня что-то заняло, по-моему, часа полтора. Прохождение. Так, вон там петушар какой-то стоит. Короче, во всем виноват мелко, которая бабка, которая сидит в коляске пустила. Это была девка, оказывается. Вот такой вот спойлер. Ну, такой, ну, как бы сюжет. Мог бы получше замутить. Боссов поинтереснее придумать. Три босса на всю игру. Так, чё, мне его ёбнуть или чё? Чё он тут стоит? Кто такой? А, это баба, блядь, нигерша, она тут гасилась. Я думал, чувак тут стоит в кулешах какой-то. Да, да. Бабка. Бабка во всём виновата. Не понравилось. Надо любой бабки, конечно, опасаться, но таких особенно. Так. Хуяк. Вон там уже этот. Сины. Засины черепашки. Ты еще собрал. Мне сейчас главное чувака не нарваться. Тут нет нихера. Кто выйдет какой-нибудь из-за угла, придется его обломочить. Угу. Это единственный, кто тут есть? Нет, нихера не единственный. И двое. Ну, гадалки не ходить надо первым. Мы этих мудаков душили. Как у Достоевского. Какая сволочь стреляла? Он один? Блять, еще один. Придется подождать, пока пройдет. Во второй части я видел, что там еще собаки нападают, и они как бы очень сильно мешают тут. Довольно-таки потом, ну там, сделали то, что кроваво. Собак, людей. Распалили меня. Текаем, блять.
теперь он меня решил придушить, как гусенка. Дамочки, разбейтесь. Где еще один? Медленно он стреляет, конечно. Ну, может, оно и к лучшему, меньше патронов будет просирать. Уже недалеко. Тут прям прицельные надо выстрелы делать. Что тут можно взять? В седьмом резиденте вообще никаких сложных загадок не попадалось. Предыдущие как-то версии, ну, я имею в виду первую, вторую, третью, пять. А там хоть загадки были интересные, надо было подумать, покумекать, а то, блин, там и не один час посидеть, подумать. А тут вообще все щелкается за 10 минут, не больше. 10 минут. Минуты 3. Типа нахрен сюжет. Вот вам, короче, какой-то завязка элементарная. Вот вам графон в лицо и все, играй. Заткнись, и скоро вообще восьмая часть будет. Все вообще то, что выпустили. Ну, типа того. Ставлю, короче, игре там, по-моему, что-то. 6 сраных грутов из 10. Могли бы и лучше за столько лет залепить. Куда мы идем, Марлин? За мной. Уже близко. Тут, кстати, вроде на этих пусте. От 6-го, по-моему, должны что-то по Silent Hill'у. Этот какого. То ли трейлер будет какой-то, то ли что-то такое. Силы на исходе, но я справлюсь. По-моему, эксклюзивом будет. Тут, может быть, ремастер сделают, может, еще что-нибудь. Так что... Очень бы хотелось, допустим, какие-нибудь части, допустим, ремастер поиграть, либо новую часть Silent Hill'а побать. Серия интересная. Там бывали еще, блядь, помню, головоломки вообще, пиздец. Что выносим? Тихо-тихо. Нет. Ну сейчас он опять бегать не может. Чё? Помоги мне. Почему я некоторые локации должен прям вот идти? Ну-ну-ну. Давай-ка, вставай. Отвали от неё! Эй! О, Элли отпусти. Появилась. Что, уже и детей вербуете? Самый главный персонаж игры. По сути. Не волнуйся, заживет. Нашла помощь. Но сама не пойду. Я тоже остаюсь. Элли, другого шанса не будет. Стоп. Так речь о ней? Группа наших будет ждать возле Капитолия. Да уж, не ближний свет. Вы справитесь. Отведете, вернетесь, оружие ваше. Вдвое больше той партии. Кстати говоря, где оно? У нас в лагере. Покажешь? Тогда и договоримся. Пойдешь со мной. Проверишь оружие. Меня подштопают. Но ей в ту часть города нельзя. Джоэл за ней присмотрит. Подожди, ты я что? На это не подпишу. Элли! Ты их знаешь? Я знала его брата, Томми. Он сказал, что на Джоэла можно положиться. Уже после того, как бросил с вами партизанить? Он и тебя бросил. Он был мне другом. Отведи ее к северному тоннелю и жди меня там. Всю жизнь.
нечто. Это просто груз. Марлин. Хватит спорить. Не бойся. Иди с ним. Только недолго. А ты за мной. Пошли. Вот эта девица Элли, она имеет иммунитет к этой заразе, которая из людей делает щелкунов, зараженных, зомби, полузомби и так далее. На эту девочку цикады охотятся, потому что она как это... Цикады это типа... Ну, как сказать, военная организация, короче, против тоже этих зараженных. По сути, тут типа все делятся на два лагеря, на обычных людей и цикад. Кстати, мусорки тут будет что-нибудь? Нет. Тут ничего. Вот, и со временем эта Элли, короче, должна превратиться в безжалостную машину для убийств с лесбийским акцентом. Тут тоже нихера нет. Сюда. Также он еще интересно, как они эту подружку ее из дополнения обыграют. Ты идешь? Подружку ее, как интересно, обыграют. Ладно. Они ж там с ней голубиться начнут. Так, а куда мы идем-то вообще? Вот именно. Сюда. Так мы попадем в северный туннель. Как нам туда добраться? О. Погоди минуту. Шел наугад, а пришел вроде куда надо. Так, вот это можно куда двинуть-то? А, вот сюда. Сейчас уже, по идее, скоро щелкуны появятся. С ними пожестче, конечно. Там прямо надо будет вообще стелс конкретный валить. Потому что они по любому шороху просто налетают и тебя ваншотят, по-моему. Да. Стреляться с ними бесполезно. Иногда. Нет, это первый раз. Так что за дела у тебя с Марлен? Ну, мы вроде как дружим. Дружите? Глава ЦК подружка твоя? Тебе сколько, лет 12? Она знала мою маму, и она за мной присматривает, а мне 14. Какая вообще разница? А где твои родители? Чё-то не очень он 14 выглядит. Умерли давно. Значит, ты решила забить на уроки и сбежать к цикадам за приключениями? Мне запрещено говорить, почему я должна выбраться из города. Знаешь, почему я люблю свою работу? Потому что знать почему мне не обязательно. Мне вообще плевать на тебя. Отлично. Супер. Я так понимаю, он типа сталкера, не знаю, в пустошь гоняет, походу. Собирает лут какой-то и обратно. Потому что, ну, чем он занимается, тут особо не рассказывается, кстати. Пришли. Да? Ох.
Чего разлегся? Убиваю время. А мне что прикажешь делать? Уверен, ты сама придумаешь. Ух ты, как космические корабли бороздят общественный театр. И мух отгоняй. Часы разбились. Часы ему эта дочка подарила. Покойница. Вот вообще ему по внешности не скажешь, что ему 50. Ты бормочешь во сне. Ненавижу кошмары. Да, я тоже. Я еще не бывала так близко к границе. Когда вот мы за границу перейдем, там начнутся зараженные, щелкуны и так далее. Там что, еще хуже? Девочка, там пиздец. Хуже? Зачем вообще ты нужна цикадам? Эй, простите, что задержалась, проклятые солдаты. Как Марлин? Жить будет. Я видела товар. Много. Готов? Товар. Да. Чего не сказать оружие? Мне не кажется странным, что Марлин выбрала нас. Она хотела отвезти девочку сама или с кем-то из своих отправить. Но на безрывье. У нее мало людей, пришлось нас просить. Надеюсь, будет кому нам заплатить. Кто-то найдется. Баба мебель двигает. Идем. Шикарно. Так, что дергать-то? А, треугольник. Нет. Спасибо за подписку. Окей. Она сказала, несколько цикад из другого города. Большая честь. Ты кто такая? Ты дочурка важной шишки? Ты кто такая, бля? Типа того. А долго нам еще идти? Прилично. Если все пойдет по плану, мы дойдем через полчаса. Так, да, так, что тут у нас? И делай, что скажут. Бумажулька. Да, конечно. Карта маршрутов патрулирования. Нихуй-то она мне, конечно, помогла. Лезь, посмотри, что наверху. Я еще здесь на картах не походил. Стойте, впереди патруль. Ну все, ушли, вылезайте. Давай, Элли. Осторожно. У девки, по-моему, вообще да никакого оружия нет. Ну, вот в этой части, большую часть игры мы играем за мужика. Будут моменты, где девкой надо будет там и поохотиться, и монстров повалить. В основном мы играем за дядьку. Девка тут так, чисто пока пятая нога собаки. Она типа мелкая, ей не положено. Не положено мясо. Так, тут не пройти. Давай сюда. Вот сюда. Так, а там ничего нет? Нет, ничего нет. Блять, ну сам уже вышел. На нахуй. Так, без глупостей.
Вставайте на колени. И начинайте сосать банк. Сканирую, я доложу. Ладно. Руки за голову. Это Рамирес, сектор 12. У нас тут трое бродяг. Так точно. Дай сбежать. Ну и хорошо заплатим. Заткни. Как все задолбало. Скоро они. Пара минут. Простите, извините. По-моему, сработало, а то что девка зараженная. Ни хрена ж. Я и не думала, что вы их убьете. Смотри. Угу. Зараженная девка. Ну, она как бы иммунитет имеет, она. Я понял, это что, подстава? Я. На нас повесили больную девчонку. Я не больна. Нет? Прибор ошибся. Я объясню. Да уж, придется. Смотрите. Да плевать, как ты заразилась. Укусу 3 недели. Дольше 2 дней никто не протянул. Хватит врать. 3 недели, клянусь. Зачем вас подставлять? Побожись. Я тебе не верю. Тесс, беги. Беги! Вставай, бежим, бежим! А прикинь, мы сейчас ее завалили. И все, хана. Так, текаем, да? Два трупа. Так, куда гасимся? Соберись, Эли. Бежим по моему сигналу. Бежать по сигналу. Ясно. И бегом. Давай. Побежали, побежали. Я вот сюда даже убегу. Идите. Угу. По-моему, на луч попадешь и все сразу. Тоби пизда будет. Эли, еще одна пробежка. Готова? Готова. Черт подери, сколько солдат. Бежим, бежим, бежим. Ну, давай, выходи, что ты? Дергается, стоит. Куда? Где они? Я-то не вижу. А, вот они. Не лезьте. Ни черта не вижу. Они точно побежали сюда? Надо под лучами пройти. Ну, Эли, за Джоэлом. За Джоэлом. Я его куда идти? Давай так попробуем. Все? Блять, нет, и все. Ну все, все завалят. Трубу вот. Да не, нет. Давай, добиваю. Че, попасть не можете все? Погибаемся. Фонарик надо вырубить. Не лезьте. Так, один здесь. Вторые сбоку слева будут. Пригнись, а то заметят. Вот они где-то здесь будут, да? Ну-ка, давай в трубу. Так, вроде прокатил. Что видишь? Может, во вторую? Ладно, вроде идем.
Ну, что-то есть. Какие-то ножнички. По-моему, там надо будет мне находить какой-то или верстак, или что-то такое. Просто так я не могу как бы лут сливать. У меня ни инвентаря пока вроде ничего нет. Да? Вроде да. Да, впереди еще. Бабы за мной. Так, надо, во-первых, пригнуться. И во-вторых, блин, тихо, как мыши. Спалили. Семь патронов. Да хер я его завалю, наверное. По-моему, они еще в амуниции, да? Никто по не заебенить. Я попробую. Вот так. Первым выстрелом, короче, прошибаешь ему каску. Вторым только в башку попадает. Ну что ж. Хоть так. А я уж думал, не свои. Он где-то там же. Как до него добраться? Здесь есть проход. Видимо, не очень обязательно. Погоди, я вот еще не все осмотрел. Так, изоленты какой-то вот у меня уже дохуя, значит. Давай сюда. Четыре патрона. Угу. До хера, я бы сказал. Нас пока не заметили. Пошли в обход. Ну что там? А чё они орут, блядь? Слишком громко, по-моему. Даже если дождь идет. Блин. Дамочки ведут себя слишком громко, по-моему. Ладно. Еще фонари. Чёрт. Тихо. Блядь, спалили все равно. И мать. Дайте. Все, нет патрона. Да, он без патрона. Вот так запинаю. А вот чё он мне патронов не дает? Не, походу по стелсу надо проходить. Давай, мочи меня. О! Так-то патронов немного, поэтому мне светит только не вступать в бой. Либо мочить по-тихому. Потянулся за кирпичом. Он меня спалил. Так, бабы идут вот туда. Мы, значит, вот здесь встанем. Они совсем рядом. Сейчас попробуем камень туда куда-нибудь, кирпич зашвырнуть. И пройдем за ним.
Блять, не тот подходит. Иро. Не знаю, пукните кто-нибудь другой стороне хотя бы. Или так попробовать перелезть. Я отошел. Утупил, но отошел. Погнали. Еще бы чуть-чуть. Угу. Тихо, тихо. Девка прям перед ним пробежала. Кирпичик возьмем на всякий случай. Думаете, вниз полезут? Мы их точно ждать не будем. Тихо, не высовывайся. Мы чуть не попались. Надеюсь, все не зря. Тесс, есть идеи, куда нам? Да, вон туда. В самую жопу. Так, чё? Вроде чё, кого? Не отставай. А можно встать? Ну как? По-моему, вот здесь сейчас щелкуны будут. Вроде можно пролезть. Ничего не вижу. Где фонарь? Так, фонарик вырубаем сразу же. Нас пока не видят. Не лезем на свет. Тут искусственный интеллект довольно-таки жесткий, я смотрю. Сейчас даже в современных играх не совсем всегда такой. Бывает тупее гораздо. Встречается в современных игрушках. Интересно, мне куда туда идти или сюда идти? Пройдем там, конечно, все. Пойдем, да, смотрите. Самое время передохнуть. Вот, ножницы, патроны, отлично. Посмотри, что тут полезного. Слушай, шеф. 6 патронов. Не густо, конечно. Чем богаты. Тут что, пусто. Ну, по-моему, когда-то надо будет тоже крафтиться, что-то там улучшать, прикручивать, бинтовать. Эс, нам сюда через трубу. Вроде тут есть проход. Тут? Нет, тут нет прохода. Так, в сторонку. Ты сейчас спалят нахуй. К стене это типа к ограждению, в общем. Ну как она сказала, граница, периметр, типа того. План. Ну, допустим, мы доставим тебя к цикадам. Дальше что? Марлин, она сказала, там своя карантинная зона, и врачи все еще ищут лекарства. Это мы уже слышали, да, Тесс? Да кеш. А то, что случилось со мной, поможет сделать вакцину. О, боже. Она так сказала. А, не сомневаюсь. Пошел ты! Я на это не напрашивалась! Я тоже, Тесс. Нахрена мы в это влезли? Вдруг правда.
Да брось ты. А вдруг, Джоэл, доведем дело до конца, раз уж начали. Тебе напомнить, что нас там ждет? Я знаю. Вот теперь мы и топаем в этот особняк. Ой, как особняк. В этот, в эту высотку. Туда, в ту сторону. Вот там, собственно, и будут щелкуны. Это вот это я дело помню. Потому что там я много раз проигрывал, и это запомнилось. Так, сейчас получается 2020. Ну да, где-то 6 лет назад я эту игру проходил. Что-то вспоминается по сюжету, что-то нет. Так вот, какие эти дома вблизи. Девка, что типа никогда вышку не видела? Да, впечатляет, конечно, такой размер. Так, вот есть ли смысл вообще вот это все обходить? Или тут конкретно... лут или что-то, то, что можно собрать, будет даваться как-то, я не знаю, по ходу, ну, как бы как. Ну, допустим, вот туда смысла нет идти, а вот по сюжету, туда бабы ведут, там где-нибудь ящики что-то найдется. Может так. Я не знаю. Так, бутылочка. Тест, ты слышала? Вот это щелкуны. Тут опасно? Пока нет. Самые опасные твари эти щелкуны. Не ваншотят. Практически. Потом, когда он вроде какие-то какими-то пухами обзаведется конкретными, тогда можно будет. А вот и Капитолий. Ага. Не сюда. Пухами, когда он обзаведется, тогда уже можно будет воевать немного с этими щелкунами. Сюда. Давай-ка вот здесь осмотрим. Что-нибудь нашла? Нет. Ищи. А ты держись рядом с ней. Так, забираемся мы вот в этой точке вроде. Да. Фонарик. Иду. Пусто. Тут ничего, дверь открывается, а тут больше хода нет. Да, нам сюда. Потом сюда. Да. Так, прошу прощения, сейчас я пойду себе водички налью. Ход. Mm-hmm.
снова тут. Его разорвали. Да. Труп еще свежий. Вероятно, пойдем-ка отсюда. Так, труп еще свежий. Кого-то грохнули недавно. Тут ничего. Подниматься, по-моему, на второй надо. Тут тоже какая-то херня. Опять каких-то деталей. Ну, потом все объяснится, для чего это. Какие-то запчасти. Так, патроны. Журнал боевых действий. Читать. Журнал боевых действий М254М. Прикрытие сектора в сектор 243-38А. Никаких контактов. Выслан путь. Выслан патруль на запад в сторону центра города. Никаких контактов, никаких, блин, контактов. Рядовой Эдвотер доложил о контакте с зараженными КЦИ. На второй стадии возле разрушенного офиса выдвигаемся на разведку. Множественные контакты. Ладно. Похоже, они не дождались подкрепления. Да, перевалили всех. Потом на третий дойдем. Зараза, щелкун. Вот он. Жуть. А с лицом у него что? Это значит, он давно заразился. То есть они слепые? Вроде того. Они ориентируются по звуку. Да, зато охуительно слышат. Летучие мыши. Если услышишь их щелканье, сразу прячься. У них там типа башкой как-то споры эти зараженные башку, по-моему, взрывают. Вот поэтому у них такая проблема, беды с башкой у них. Ну вот, погнали. Не шумел бы. Ножом бы аккуратненько чик отковырял бы эти грибы. Крыл бы по-тихому. Все здание на честном слове держится. Добавки улучшают ваши навыки выживания. Пилюльки надо собирать, короче. Все падает. Валим нахер отсюда. Вот что. Нет места, нет места. Блин, а точно я крафтить ничего не могу, а? О, погоди. Резу я могу. Три давай. Так, с алкоголем, тряпкой, по-моему, я могу себе хилы делать. Взрывчатка, сахар, это я не помню. Артефакты, медальоны, учебники. Ну, уже лучше. Пошли дальше собирать лут. Куда ты полез, блядь? Тихо, тихо. Патроны. Тут и патроны. Так, там рядышком еще что-то же попадалось. Сейчас, по-моему, щелкунов будет немерено. На них надо будет подобные дела. Ножницы, лезвие. Так, где-то ничего же не пропустил. Там, вот на втором этаже там что-то было. Сейчас вот за этим сбегаем и все, хватит.
Еще надо, короче, да? Ножниц насобирать. Ладно, понял. Вот насчет крафта тут они, конечно, не объяснили. Вроде все подробно там до этого описывалось. Ну-ка, помоги. Конечно, блядь, стучите. Тут все сбежались сюда. О, как она тут? Щелкун, блядь. Вот именно что. Чёрт, вот это же скач. Девка, ты взоткнулась? Жесткач. Поднимай. На, подлечись. Благодарю. Аптечка, новый рецепт. А, просто удерживать X. Угу. Тряпка, алкоголь. А взрывчатка сахара пока еще неизвестна. Так, тут ничего. Тут у нас тоже пусто. Так, если сюда выйти. Ладно, давай вот здесь пройдем. Пройдем вот здесь. Так, там эти вот. Сюда хочу зайти. Забавная тоже механика, когда фонарик глючит, надо геймпадом постучать по руке, тогда он заработает заново. Так, тут много полезностей. Как бы одно лезвие того стоит сюда зайти. Все. И патронов много дали. Хорошо. Что я могу сделать? Еще одно лезвие. Давай. Так, а улучшить что-то можно? Нет. Здоровье, дальность слуха, создание, скорость создания предмета, скорость лечения, колебания оружия. Блин, вот этого, конечно, не мешало. Прицел колбасится. Как гопник на картах передвигает. Ну все, валим отсюда. Че они там пялят-то? В дырку. Интересно, что тут у нас ничего. Что ж такое? Хренаси. Хренаси. Глянь, если там проход. Чисто. Давай, Элли. Ну все, лезь. Девку-то подсади. Давай. Лена сама. Так. Ну, меня теперь. Теперь ты, Джоэл. Давай руку. Я в другой стороне стою. Давай. Баба смотрит куда-то в бок и руку туда же тянет. Так, теперь надо пиздец как аккуратно.
надо бежать. Какую? Угу, вижу. Вроде все. Элли, ты как? Стремновато, конечно. А так порядок. Пошли. Громковато, они все равно разговаривают. Куда пошли-то? Сюда? Секунду. Вот он что, Михалыч. Пиздец по стелсу, конечно. Давай. Не стой. Так Таня от Щелкуна не очень-то далеко ушли. А он тут комод двигает. Прохода нет. Полезем обратно. Прыгать будем. Ну давай, перелезай. Ну, чешется, стоит. Идем, Эли. Да. Не смотреть вниз. Так-то эти штуки 20 лет тут висят. Я бы с этих посъебывал быстрее. Так, тут ничего нет. Давай сюда зайдем. Палка, ну у меня такая же. Спасибо, есть. Патроны. Где они? Че, типа больше нельзя? Оружие носить с собой можно не только то оружие, что находится в кобуре. Дополнительное оружие можно держать в рюкзаке. Выберите оружие, чтобы произвести замену. Чтобы раскрыть рюкзак, задержите X. Найдите нужное оружие, затем пустите кнопку X. Найдите X, чтобы продолжить. Ячейка для оружия. Угу. Понятно. А другой слот я могу поставить вот налево. Нет, все равно я возьму пистолет, там патронов тупо больше. Пойду посмотрю. Бегуны? Это еще кто? Так. Тут еще их двое. Четверо. Ой, трое. Один прямо здесь. Интересно, мне вообще хоть правильно идут, а?
блять. Ну, попался. Да ни хера их тут. Естественно, мне всех не перевалить. Они сейчас и толпой за мной, да? Тут и щелкун, блядь. Стадии бегна зараженные еще могут видеть. Приближайтесь к ним с осторожностью. Так. Присесть. Первого я могу завалить вот здесь. Хорошо. Душим. Берем кирпич. Да ё-моё, ну шо ж ты? Вот так. Сколько их тут? Трое и прямо рядом. Так, как бы поступить-то? Давай сюда попробуем долбануть. И никто, короче, да? Блин, они прям рядом все ходят друг с другом. Вот этого попробуем сейчас. Все, спалился. Угу. Да. Так, первый. И душим, и душим, и душим. Второй, третий, он здесь они. Так, они же как-то перемещаются все равно. Надеюсь, тот меня не спалил. Возвращаемся. Так, уже лучше. Тут же он не ходит, правильно? Так, их еще двое. Вот один прям рядышком нахрен. Так, давай. По-тихому. Блять. Ну, попробуем, конечно, воевать с ними, но, по-моему, это бесполезно. Не, пиздец. Для тихого убийства щелкуна нужен нож. Не очень, кстати, тихо он давит, конечно. Они там... Нихуя это не по-тихому. Так, вот один постоянно
Дом сюда, вот здесь он останавливается, да, где-то. Потом возвращается. Так, сейчас этого мочим. Угу. Давай. Так. Потом подождем его здесь. Ну, когда круг пройдет, будем нападать. Щелкун стоит в одной точке, в принципе. Я думаю, его завалить постоянно. Так, в прошлый раз он так вот не поймал. Угу. Тихо. Душим. Так, щелкун меня не видит. Но зато слышит. Третий вон там где-то. Он меня может спалить. Надо посмотреть, как к нему добраться можно. По-любому, так или иначе, они все по одной траектории перемещаются. Так. Угу. Давай. Так, ну вроде все. Щелкун остался. Он у нас стоит прямо вот здесь. Мне его отогнать надо, да? Вот этим. Угу. Тихо, 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 блядь. Твою мать. Не видел фонарик. Спасибо за совет. Я так и не понял, он меня заметил, этот щелкун, когда он на меня побежал, начал руками размахивать. Он же, по идее, не должен меня видеть. Пока он идет, можно вот это дело собрать. Фонарик пока не обязательно. Думать, что щелкуном как быть-то. Может, правда, и так вот как... Как кидал бутылку просто. Парня, пана. Все, меня спалили, да? Тихо. Они не увидели, да, походу, где я? Но искать будут. Логически. По идее, если меня бегун не спалит,
что я еще куда? Ну-ка. Так сделаем. Блять. Давай, вали его. Конечно, получилось. Ну, даешь, Джоэл. Сам в шоке. Пошли отсюда. Нет. Так, где-то тут дубинка была или что-то такое. Базовая, короче, получается. Ну, даже ее кличку надо использовать. Так, все есть. Все есть, все работает. Так, у нас, по-моему, вот здесь. Да? Трубой пару этих вынести. А как раз только на двоих, на двоих и хватает. Делать нечего. Так, тут ничего. Куда идем? Вот сюда. Прям револьвера дают много патронов. Молодцы. Чтобы я их просрал быстренько, да? Куда? Все, отпускай. Чё сцепился-то? Ну? Дядя Петя, вы дурак? Погоди. Чё-то стояли, блин, минуту тупили все. Здание под наклоном, он держал вот эту тумбу, чтобы эти залезли и потом помогли ему. Понятно. Тряпка этот. Крафтим, да? А, тряпок не хватает. Короче, чтобы одну единицу чего-либо создать, надо 4 предмета вот таких маленьких собрать. Правильно я понимаю? Ну да. Да, 4 предмета. То есть надо тебе лезвие собрать. Тебе нужно изоленту и ножницы 4 раза собрать. Тогда на лезвие получится. Можно пролезть. Осторожно. Так. Давай. Куда идем? Я тут подумала, вернем оружие и сможем немного пожить спокойно. Что я слышу? Ведь ты сам всегда предлагал залечь на дно. Да, ты все не соглашалась. Ну, теперь соглашусь. Живем, увидим. Ну, залезай куда. Угу.
Теперь куда? Не вниз просто. Нет, вниз. Куда? Так, подсказки тут просто так не включаются. А, присесть надо, ё-моё. Дверь проползти. Что-то не придется фонарик раз выключать. Так, тут аккуратненько. Что-то собрал. Так, что мы из этого можем сделать? Еще лезу я. Да, давай. Пригодится. 20 штук. Дальность слуха. Буду, наверное, все-таки копить на колебания оружия. Стрелять тут чаще приходится, по-моему. На руку, похоже, кого-то колбасится. Сюда. Что? Фонарик барахлит. Так, блять. Давай. Вот пока, по-моему, вот эти запчасти механизм, ну, там, где механизмом отмечено каким-то шестеренками, по-моему, вот эти еще не предлагалось что-либо с ними делать. Рукав. Цикады. Да. Похоже, дела у них идут хреново. Надеюсь, что такое? Убитали нас все-таки встретят. Молотов. Да, молотов. А зачем? Одним коктейлем молотова можно поджечь нескольких противников. Горящие враги могут поджигать друг друга. Нажмите L2, чтобы бросить коктейль молотова по высокой дуге и поджечь врагов в укрытии. Следите за своими запасами. Для коктейля молотова нужны те же компоненты, что и для аптечки. Понятно. Так, погоди, ты с коктейлем бегать. Коктейль, тряпка. Ну, давай еще один коктейль сделаем. Ну, третий. Ну, как раз... А, нет, подожди. Там же... Все, я понял, кажется. Кажется, я понял количество. Ну, как бы все правильно. Один предмет, четыре запчасти. Так, записули. Что тут? Карта цикад. Изучайте вторую группу цикад у Капитолия. Девочка, рост 160 сантиметров, возраст от 14 лет, рыжий волос. Из карантинной зоны. Видишь, это не наше. У Элли же вроде не эти, не рыжие волосы. Ну-ка, иди сюда, мелкая, ты рыжая? Где девка? Она же не рыжая, у нее каштановые какие-то волосы. Да не рыжая. Я думал, среди нас шпион, хотел расстрелять ее. Щелкун. Мы почти у выхода. Ладно, Джоэл, ты вперед, я прикрою. Элли, держись рядом, не отставай ни на шаг. Не зевай. Понял. Не зевай, у нас последний шанс.
Он услышит вас, и даже если вы присели и крадетесь, слегка отклоните L, чтобы двигаться тише. Если вас услышит, замрите на месте и подождите. Так, за ними надо медленно краситься. Он ходит как рэпер. Так. Блин, душить надо было ее. У меня только одна это осталась. Одно лезвие. Палка нет. Тут ничего полезного. Стой. Только в ящике, может, что. Записка Дереку. Дерек из книжного магазина разрешил нам пользоваться сейфом. Когда закроетесь на ночь, положите сюда мои вещи. 343-78. Где этот сейф? Так, ну вижу одного щелкуна. Давай попробуем к нему так как-то подойти. Бля, я тут до хера. Задушить я как-нибудь его могу. Вот что делать? Как мне их убивать теперь? Тут до хрена. А валить их нечем. Ты-то что здесь носишься? Пусто. Кто такой? Получается, щелкунов двое где-то так. Да? Один. Один вот здесь перемещается, а второй вот за вот этим квадратным помещением. Блин, видишь, взял, просрал лишний этот каком. Ой, точнее не лишний. Взял, просрал лезвие. Можно было бы по-другому как-то сделать. Ну ладно, обойдем. Обойдем и вот сюда.
тут. Тут ничего. Ничего нет. Здесь тоже ничего нет. Книжный. Не подскажете, где у вас книжный магазин? Так. Берем на три леза. Да, иди сюда. Три леза, три щелкана. Я думал, только сзади можно подходить к ним. Слава богу, ты здесь. Этого душа. Громко, да? Блять, ну нахуй ты стреляешь-то. Вот именно что, черт. Что-то они притихли так. Поменяем. Блять. Блять. Да, я понял. Ай, Господи Иисусе. Так. Теперь душим это, только по-тихому. Теперь того. Тоже нет ничего, правильно? Перейдем за щелкуном. Туда вообще пришел.
Тихо, тихо. Что-то он бесится весь. Так, второй есть. Даже от тебя есть толк. Тут такая тишина гробовая, она попездывает, а? Чё, кстати, вот они от этого не агрятся? Немножко не продумали. Где он? Так, надеюсь, я успею. Толкается еще. Так, а все. Все равно расклад примерно такой же. Валить их нечем. Ладно, пойдем сходим, возьмем бумажку. Что будем стрелять? Так, палочки, это все не канает. А, взять код тот же. Да, 343-78. Револьвер вроде помощнее будет, чем этот пистолет. Так, это щелкун. Правильно? Ходит он здесь. Там бегун стоит. Полный сейф упал сразу же. Типа код не надо выводить, да? Пусто. Пусто, выросла капуста. Так, тут что? Вода, ножницы. Блять, еще по одному не хватает. Ну как быть-то? Нечем убивать. Надо попробовать так пойти. Если что, стреляем. Еще один. Ну конечно. Сюда. Мы почти добрались. Почти, да не почти. А куча бутылок, чтобы отвлекать их. Но они ж потом бегать начинают вроде, руками махать. Место. Дайте чем вам башку-то долбануть.
Так, 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 так. Ладно, пойдем так. Там, по-моему, бегун стоит. Чё шумишь-то? Ты это того? Ты не шумишь? Не, придется ему со ствола долбануть. Он так меня не пропустит. Давай второй где. Тихо, тихо. Блять. Так, сколько патронов-то просрано. Все. Блин, он дергается весь. Сложно попасть. Ну ладно. Так. Ну пошла. Ну пошла. Некуда. Так, тут у нас что? Погоди. Офигеть! Мы дошли! Вы целы? Да. Нам пора. А вы крутые ребята. Просто везение. И оно на исходе. Как будто у него лимит есть. Пробежаться здесь пока. Ну, мне кажется, ничего тут нет. Не кидают они ничего полезного. Прям всю локацию не обязательно обходить. Так, я отсюда пришел. Куда это зайдем? Гром гремит. Ошибись. Ушли, главное, ничего не сказали. Я бы сейчас забежал бы и мочился бы с двумя, тремя. Вот дают. Бабы подставить решение. Вот это, по-моему, тихое убийство считается. Порядок. Недавно заразились. Только что стали зомби. А, значит, их тут много. Пора валить. Зомби. Теперь залезем. Погоди. Значит, все-таки их можно зомби называть. Это не совсем как бы зараженные. Ну, то что. Это не щелкуны. Не бегуны. То есть это разряд зомби конкретно.
Окей, да дай пройти ты. Вторая, блядь, стала. Козы, вы задолбали уже, идите нахер отсюда. Блядь, вы серьезно? Покатили чемодан. А тут, наверное, он хер пролезет, да? Через всю улицу барабанить будем. Чё, не заехать? Или мне сюда его тащить? Нормально. Давай, полез. Залезайте. Залезайте. Можете пользоваться. Тут что? Палка. Медицинская памятка. КЦИ. Это должен знать каждый. Данная памятка выпущена Государственным центром санэпидемнадзора США в целях информирования населения о кордицепсной церебральной инфекции КЦИ. А вот что это значит. Для предотвращения ее распространения. Общее исследование. Кордицепс. Кордицепс или кордицепс. Это грибковый паразит, влияющий на мозг носителя и изменяющий его поведение. Еще недавно он поражал только насекомых и некоторых других членистоногих. В последнее время появилась его разновидность, опасная для человека. Пути заражения. Известны два пути заражения. Вдыхание спор, кордицепса, контакт с биологическими жидкостями больного. Как правило, при укусе. Ингубационный период. Паразит достигает головного мозга через 1-2 дня после попадания в организм носителя. Инкубационный период считается завершенным, когда кордицепс подчиняет себе все основные функции организма. Симптомы. Для первой стадии КЦИ характерно спутанное агрессивное поведение, выражающееся беспричинным нападением на окружающих. По мере того, как грибок прорастает в ткани носителя, его споры начинают выделяться в окружающую среду. Лечение. Вакцины от КЦИ не существует. Средства, позволяющие задержать распространение инфекции, науки неизвестны. Диагностика. КЦИ диагностируется методом анализа крови или осмотра кожных покровов под микроскопом, обычно в области головы за ухом. Последний метод дает позитивный результат. Понятно. Понятно. Мы в дерьме. Кстати, получается, когда эпидемия началась, что? Это сюда. Выходит, что люди уже тогда начали болеть и начали нападать на всех. Как-то так. Уже тут срежем. В прошлый раз вышла охренительно. Ладно, молчу. Что, я не слышал? Быстрее. Они близко. Знаю. Так, хорошо, вперед. Зомби. Батик там понабежала. У тебя что-то на ноге. Жесть. Жесть, как она есть. Думаешь, в руки кусок прилип. Я думаю, в таком... В таком этом мире постапокалипсис, вся фигня, это уже... Нормальные вещи. Значит, таки вы можете улучшить свое оружие с помощью найденных деталей. Ну, вот. Где это видно, чтобы в зоне напали зараженные? Ну, я любила удрать. Я училась в армейской школе-интернате. Любила удрать? Да, побродить по городу. И в торговом центре наткнулась на зараженных. Я помню, что тебя припрохол. Как ты туда попала? Потихоньку. Короче, там оказался один такой, как вы говорите, бегун. Он меня укусил. Вот и все. Ясно. А я бы девке не доверял.
бутерброд для второго пистолета. Ага, вот она как появляется в этом. Тут что? Скорость перезарядки. Скорострельность. Инструменты нужны вот такие, да? Их нет. Скорострельность. Да, давай. Скорострельность, как это прокачать-то? Угу. Скорость перезарядки, емкость магазина. Ну давай емкость еще. Давай, наверное, все по одному. И вот это дело. Все. На что больше не хватает. Вот, отлично. Я бы этой мелкой девке не доверял. Может, она и правда врет. Они с ней недолго. Еще одного дня не прошло. Она может и насочинять все что угодно. Возьмет их, погрызет, когда они не будут этого ждать и все. Так, одна дверь. Вторая дверь. Давай здесь начнем. Нет, нельзя сделать. Тут ничего. Пусто. Так, ну это, видимо, соединяется, да? Общий зал. Угу. Ну, нормально, что не эти нездоровые локации. Как в Uncharted 4. Девочка. Простите, я случайно. Будешь платить. Извините. Идем, не отставай. Извините. Извините, не булькай. В четвертом Uncharted там большие локации появились. Иногда, блин, просто путаешься, куда бежать. Они просто все одинаково так нарисованы. Кстати, студия та же. Вот. И это, блядь, иногда выебывало башку. Потому что бегаешь по одной и той же локации минут 15. Хотя вроде все элементарно. Что здесь было? Правда? Ух ты. Вау. Пить. Да успеем еще попить. Ты что, синячишь, что ли? Сейчас пригнитесь. Ну, пошли, пошли! Джоэл! Я жив. Все, пиздец, завалило его, да. Я щелкуны его закусю, чё-то нахуй. Самое время поорать на тело. Так, один этот остался. Один нож. Блять, их тут двое, ёбаный рот. Чё делать-то? Будем немножко их стрелять. Ну, похуй. Мочь. Попасть бы, блядь, еще, блядь, сука. Ебаные пидоры. Оглушить, бросить в него кирпичом.
Блять. Кто бы мог подумать. Что гнида сзади это еще, блядь. Откуда бежал туда? Шустрые педики. Может вообще хуйца забить? Пусть они ходят себе. Бабы еще съебались куда-то, ходи их ищи, блядь. Нет места. Тут что за пижня? Нахер, ничего тут нету, короче, пошли дальше. Все равно от этого ножа ни холодно, ни жарко, я может что-нибудь найду. Интересно. Здесь пилюлек. Это пижня тоже нормально. Патроны, тряпки. Вода. Сейчас, секунду. Так, чё тут они? Надо закругляться. Короче говоря, сейчас меня завалят. Все на этих пидоров мочить нечего. Иди сюда, сука. Пиздец они, блядь, неубиваемые нахуй. А идите нахуй. Так, ну, сохранение, короче, отсюда начинается. Значит, что, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Колокольчик прожимайте, чтобы оповещения получать о новых стримах. Ну, я думаю, завтра продолжим. Также часиков 7. Всем спасибо, пока. Ха-ха-ха.